Добрый день, друзья, и день действительно добрый, потому что самолет сухой Суперджет авиакомпании Азимут, следовавший рейсом Краснодар-Тюмень, совершил аварийную посадку в Самаре. Вроде бы жертв и разрушений нет, но посмотрите, пожалуйста, у меня в популярных роликах ролик про летающий крематорий, крылатый крематорий. Это не просто позор российского отечественного авиастроительства, это реальная угроза жизням миллионов авиапассажиров. Вот. И постоянно происходят технические проблемы с этим самолетом вследствие чудовищных недоработок. Такие вот дела, друзья. Что ж, доброго дня. Поддерживайте мой канал, ставьте лайки, подписывайтесь. Вот, покупайте мою новую книгу. И старые тоже. До свидания. Ваш Захарыч. Пока.